Чому банки знову активно відновлюють мікрокредитування? Про це ми докладніше поговоримо просто зараз. Гість програми Маргарита Ладиженська, заступник голови правління Індустріалбанку. Добрий вечір. Добрий вечір. Пані Маргарита, яку динаміку показує ринок беззаставного споживчого кредитування, і чи коректно вже порівнювати з 2008 роком, наприклад? Ну, на самом деле, не очень корректно сравнивать с 2008 годом, потому что к осени 2008 года предкризисная осень была. Рост рынка потребительского кредитования составлял порядка 70%. С тех пор, конечно же, цифры сильно поменялись. Я вот специально, готовясь к передаче, взяла цифры Нацбанка на сегодняшний день. Рынок не восстановился, рынок упал. И только вот в нынешнем году он начал потихоньку расти. Вот в нынешнем году прирост кредитов, потребительских кредитов составил в целом по банковской системе чуть больше 5 миллиардов гривен, что равноценно где-то 4%. Динамика есть. Динамика есть, на 14-й. Но для того, чтобы нам вернуться к темпам и к цифрам 2008 года, я думаю, что банковской системе придется поработать еще как минимум несколько лет, потому что... Какие відсоткові ставки зараз пропонують банки? Процентные ставки, конечно же, изменились. Изменилась экономическая ситуация в стране, изменилась стоимость ресурсов, изменилось отношение банков к данному виду кредитования, поскольку, получив опыт, который банки получили в 2008 году, банки стали более взвешенно подходить к принятию решения о выдаче кредита. Банки начали просчитывать свои риски, банки повнедряли специальные программы, которые позволяют, скоринговые программы, которые позволяют определить финансовую стабильность клиента, либо нестабильность. Все это отразилось на ценах. На сегодняшний день цены выросли по сравнению с 2008 годом, я думаю, где-то в среднем в два раза, а то и больше. Сейчас можно встретить цифру 100%. Да, есть и такие цифры. Понятно, что процентная ставка будет задекларированная ниже, но будут какие-то комиссии, и в итоге эффективная процентная ставка получится и такой. Но в среднем по рынку ставки по таким кредитам составляют где-то 70-80%. Если подивитися на загальний портрет украинцев, на что сейчас берут микро? В принципе, вот если мы говорим о микрокредитах, то цели, они не изменились. То есть кредит, он и есть кредит, люди берут в основном кредиты на какую-то технику, на ремонты, на отдых. Вот. Поэтому, в принципе, как бы цели не поменялись, а поменялось отношение к кредитам. Люди стали взвешивать свои возможности, оценивать возможность возврата кредита. Банки стали более внимательно смотреть на заемщика, поэтому как бы вот все это отразилось в том числе и на рынке, и на процентных ставках. А взагалі для банківської сфери, наскільки перспективним є ось саме таке мікрокредитування беззаставне? Кредитование для банков – это в любом случае перспективный продукт. Если мы говорим о микрокредитовании, я бы хотела сослаться на опыт, например, наших западных стран. Что происходит там? Там люди, по сути дела, начиная с момента совершеннолетия, имеют счет в банке. И стипендии, пенсии, зарплаты, все зачисления идут в безналичной форме на счета в банке. И когда человек приходит в свой банк взять кредит, в котором у него есть счета, банку очень легко просчитать финансовые возможности данного человека и выдать ему кредит. И это, естественно, влечет за собой относительно низкие процентные ставки. У нас, когда доля безналичного оборота еще относительно невысока, а очень большой оборот налички, и в том числе и теневой налички, банки вынуждены, как говорится, строить целые системы для того, чтобы убедиться в платежеспособности клиента. Если рынок пойдет по цивилизованному пути развития, если мы будем уходить в дальнейшем от наличных расчетов в сторону безналичных, увеличивать их долю, то я думаю, что такой рынок будет перспективен. Если мы по-прежнему будем работать вот на грани, то я думаю, что могут быть проблемы. Хотя на сегодняшний день у нас тоже уже ситуация поменялась, потому что вот эти ставки 60-80-100% это банки предлагают чужим клиентам. Если же клиент обслуживается в этом банке, получает зарплату, имеет карточку, то там ценовые предложения совершенно другие для своих клиентов. Поэтому я думаю, что вам нужно просто стремиться к этому. Чи існує проблема сірого мікрокредитування? Зараз в оголошеннях можна зустріти, умовно кажучи, вибачте за тавтологію, оголошення, в газетах оголошення про те, що пропонують кредити за 5 хвилин. Наскільки це небезпечно для легального банківського сектору?
Для банковского сектора это, скажем, не опасно, потому что банкам, в принципе, все равно. Это опасно для заемщиков, потому что условия кредитования, которые там прописаны, я сама не сталкивалась, но тоже периодически вижу как бы объявления и на остановках, и еще где-то о том, что можно взять. Вот. И пару раз случалось так, что знакомые ко мне, которые хотели взять там кредит, обращались с просьбой посмотреть договор. Договор давали очень неохотно. Как правило, там было очень много таких вот, я считаю, опасных моментов для человека. Поэтому, конечно, каждый вправе принимать решение самостоятельно, но лучше все-таки работать, я думаю, с банками, может быть, с ломбардами, но никак не на сером рынке. Я вам дякую. Маргарита Ледиженська, заступник голови правління Індустріалбанку, про те, чому банки відновлюють мікрокредитування.